Ноди Холдер оглядывается на шумную, наполненную хитами карьеру Слейт, от боверных скоб до зеркальных шляп. Ноди Холдер помнит точное время, когда он окончательно осознал, насколько огромной, точнее невероятной стала популярность группы Слейт в Великобритании. Это было утро 5 июля 1973 года, и эта история заняла первые полосы практически всех британских ежедневных газет, Барабанщик Слейд Дон Пауэлл получил серьезные травмы, разбившись накануне вечером на своем Бентли. Пассажирка автомобиля, она же девушка и будущая жена Пауэлла, Анжела, погибла. Пауэлла пришлось вытаскивать из искореженных обломков и доставлять в реанимацию. «Мы находились на пике своей карьеры», — вспоминает Холдер. «У нас была целая череда хитовых пластинок, и мы только что закончили большое британское турне. В том году оба альбома «Come on, feel the noise» и «Squeeze me, me сразу заняли первое место. Наш тур закончился «Circle Scout», и на нас пришло 18 тысяч человек. шоу, и мы действительно были на гребне волны. А через неделю Дон попал в аварию. Ему оставалось жить 24 часа. Все рухнуло буквально в один день. История Слейт начинается с Паула, ударника из Билстона. Уроженец Стаффордшира первоначально был участником группы The Vendors, к которой вскоре присоединился гитарист Дэйв Хилл. The Vendors сменили название на The Enby twins и после успешного прослушивания в группу был приглашен басист Джим Ли, человек с музыкальным образованием, который также умел играть на скрипке и виолончели. Чуть позже Пауэлл заметил Ноди Холдера в группе Стив Бретт The Mavericks. Пауэлл и Хилл уговорили его присоединиться к группе NB Twins. Они объединились под названием Ambrose Слейд и весной 1969 года выпустили неудачный альбом Beginnings. Поразмыслив, они сократили свое название до Слейд. и с этого момента началась их бурная, воинственная Рок-н-ролль на истории успеха. После нескольких тихих синглов и альбома с пророческим названием Play It Loud в мае 1971 года Слейт озолотились, выпустив попавший в топ-20 альбом Get Down and Get With It. Сингл достиг 16-го места и положил начало череде хитов Слейт, которые продолжалось почти 20 лет. Тут расцвета мы находились в своем собственном маленьком пузыре. Мы не могли пойти в кино или за покупками, ничего подобного. Были только мы, наши гастролеры, наши свиты, если хотите, и Чес. Мы не видели повседневной жизни, мы были либо в дороге, либо в студии. Но когда ужасная автокатастрофа Дона Паула попала на первые полосы газет, масштабы популярности Слейд стали очевидны. Дон выжил, но его память была разрушена. У него пропало обоняние. Он не чувствовал ни вкуса, ни запаха. Мы не знали, как группа будет жить дальше но Слейд продолжал существовать, пока Пауэлла выхаживали и возвращали ему хоть какое-то подобие здоровья. В Холдер. Мы уже сделали 500 тысяч экземпляров Merry Christmas Everybody до его выхода. Затем мы получили 300 тысяч повторных заказов в первый день его выхода. Таким образом, мы продали 800 тысяч копий за два дня. В то время мы были, наверное, самым большим событием в Великобритании. Ноди – удивительный рассказчик. Он все так же ярок, как панели на его знаменитой шляпе, эти сверкающие зеркала, которые в свое время создавали собственные мини-шоу света. Everybody, get up up your seat. самые яркие моменты одной из бесед с певцом, чья фамилия на самом деле должна была быть не Холдер, а Холлер. Вы ушли из Слейд в 1991 году. Как это произошло? Тогда у нас был последний достойный хит-сингл «Radio Wall of Sound». Большинство людей не понимают, что у нас был 20-летний период хитов, начиная с 1971 года с «Get Down, Get With It». Люди всегда помнят синглы 70-х годов, но у нас была целая серия хитов и в 80-х, после того, как мы вернулись на фестиваль в Рейдинге 1980 и Донингтоне 1981 -го годах. Но к 1991 году я почувствовал, что отдал группе всего себя. Я подумал, теперь я должен сделать что-то для себя. 1991 -го год стал последним особенным временем для нас четверых. У вас никогда не возникало желания вновь сформировать классический состав? Я думаю, остальные бы так и сделали, но я, наверное, окончательно закрутил гайки. Нам каждый год поступают предложения, очень хорошие предложения, особенно на Рождество. Может ли что-то в конечном итоге соблазнить вас? У меня нет никаких намерений. Слейд сделала все, что планировалось. Я не хотел продолжать гастролировать, исполняя Common Field and Noise ночь за ночью. Сейчас я каждый день занимаюсь чем-то другим. Немного актерством, у меня есть свои радиопередачи, работа на телевидении. Озвучивание я снялся в 30 эпизодах сериала Гримли. Много лет назад вы работали в группе Роберта Планта «Band of Joy, которая была до Зеппелин. Как это произошло? Клавишник «Band of Joy жил напротив дома моих мамы и папы, и я знал Роберта, когда мы росли детьми. Когда Роберта выгнали из дома, он пошел жить к моему школьному приятелю, Роджеру Бимеру, который играл в группе Лисон. Потом, когда Роберт создал Band of Joy, он перешел жить к клавишнику, который жил напротив меня. Мой отец был мойщиком окон, у него был большой фургон для мытья окон, и я брал этот фургон для работы в Band of Joy. С вашей прической и брумским акцентом вас когда-нибудь принимали за Планта? Роберт Плант украл мою внешность, смеется Холдер. Какова история создания Эмбра Слейд, когда у группы был имидж скинхедов? Чест Чендлер хотел выделить нас из толпы. Он сказал, вокруг нет скинхед-групп, почему вам не попробовать такой имидж? Потому что в то время быть скинхедом было не чем-то политическим, а чисто модным. Поэтому мы коротко подстриглись, и это привело в ярость Дэйва, который был категорически против. Мы подстриглись под скинхедов, нацепили брекеты, док Мартенс, ста прест Левайс и рубашки Бен Шерман. Внешний вид, знаете ли. Но стиль скинхедов продержался недолго. За то, что мы были скинхед-группой, нас сильно осуждали. Телевидение и радио в те времена были очень жесткими. Это был не тот образ, который мы могли бы поддержать и получить массовое признание. Поэтому постепенно мы менялись. Но даже когда у нас появился первый хит «Get Down, Get With It», мы все еще оставались скинхедами. Это была идеальная пластинка для скинхедов. Но в конце концов мы отрастили волосы сзади, со стрижкой из перьев. Мы заменили док Мартенс на ботинки на платформе. Мы стали более яркими. А потом все это больше и больше сходило с ума. Это было очень забавно. Когда глам-рок метаморфировался в глиттер-рок, это, по сути, было копирование Слейд. Слейд, Марк Боллан и Дэвид Болуи были родоначальниками глам-рока, как я полагаю. Но как только пластинки Слейд начали раскупаться с этим грохочущим ритмом, с этой стеной звука, все продюсеры и звукозаписывающие компании увидели, насколько это успешно, и стали повторять это в своих группах. Слейд действительно проложили путь к архетипическому звучанию Глиттер Рока. Сможет ли какая-нибудь группа вновь покорить народ так, как это сделали слейд в 70-е годы? О да! Я думаю, что это уже было сделано после нас. Сейчас есть отличная музыка, но не хватает того, что группы не имеют, я бы назвал имиджем шоу-бизнеса. Все очень уличное. На топов The Pops уже не увидишь улыбающихся людей. Все хотят быть крутыми, по-моему, слишком крутыми. Нужно отрываться и веселиться. Люди помнят нас по Merry Christmas Everybody, Come on Feel the Noise, Mama We're All Crazy Now все они похожи. Но что люди часто не помнят: так это Everyday, Far Far Away, How Does It Feel, My Friend Stan и все остальное, что мы вставляли в промежутках, ваш фильм 1975 года Slade in Flame оказался неожиданно мрачным. Мы не стали снимать комедию, как все думали. У нас получился солидный, достоверный рок-фильм о том, что происходило за кулисами рок-бизнеса. В нем было несколько смешных моментов, но многие люди вышли из кинотеатра потрясенными. Если бы вы спросили Дэйва, он, наверное, сказал бы, что самой большой ошибкой в нашей карьере был флейм. Он считает, что мы должны были сделать комедийный Споттер. Но в то время я боролся за то, чтобы не делать этого. Я сказал, мы должны использовать тактику шока. Честно говоря, на протяжении всей нашей карьеры это была шоковая тактика. Слайд много гастролировали по Америке. Но несмотря на влияние таких групп, как KISS и Курт Cobain, вам так и не удалось добиться там успеха. Какие у вас самые лучшие воспоминания о выступлении в Штатах? Мы гастролировали с многими группами. Humble Pie, ZZ Top, GGL's Band, Black Sabbath, Santana, да с кем угодно. Самые лучшие концерты были с ZZ Top. Но это было до появления оборот, когда они просто были домашней техасской буги-группой. Это было фантастическое время, когда мы ездили с ZZ Top. Когда мы впервые приехали в США, Aerosmith часто выступали в качестве открывающих групп. Но когда альбом Aerosmith Toys in the Attic разошелся на ура, мы стали их специальными гостями. За эти годы вы должно быть не раз встречались с Оззи Осборном. Мы часто с ним встречались. Я помню один случай в 80-х годах, когда Шерон начала управлять им. Ози всегда был совершенно не в своей тарелке. Он сидел в офисе, обмякнув в кресле, и говорил. Я больше не могу. Черт возьми, черт возьми, не могу. Шерон сказала. Да ладно тебе, бу-бу-бу. И тут Ози говорит. Не смей. Не смей, блин, называть меня бу-бу-бу при этих людях. Я князь тьмы. Ози ходил на собрание анонимных алкоголиков вместе с Доном, нашим барабанщиком в обеденный перерыв. В половине второго они говорили. О, подождите, чертовы пабы закрываются через минуту. Однажды мы зашли в паб в обеденный перерыв. А рядом с нами сидит арабский парень и читает газету. Газета на арабском языке. Ози наклонился к нему и говорит: Приятель, какой у меня сегодня гороскоп! Ози самый смешной парень в роке. Все думают, что у него мозги на бикрень, но это не так. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего видео и слушайте хорошую музыку. And keep on rockin', keep on rockin', keep on rockin'.